опять же, я даже беру на своем опыте, для меня когда-то этот мир всегда оказался, я знал, что он не сладкий и не, ну, я всегда на позитивной был волне, слушал всегда хорошую веселую музыку, и фанк-музыку, и блюз, то есть R&B, хип-хоп-музыку я слушал всегда, ну, как бы, для меня это было такое что-то вот свое, как я воспринимал этот мир. Ну, когда, опять же, ты действительно понимаешь, что выходишь на улицу и видишь, что происходит в нашей стране вообще, и вообще в целом в мире, не будем говорить, что в нашей стране плохо, везде в целом мире, где войны, там, очень в мире много войн, и, ну, очень много всего происходит негативного. И, к сожалению, мы получаем источник какой-то, получаем очень много, больше негатива. То есть мы доходим от того же лайфу, да, будем говорить так. И понимаю, что просто берешься за голову, какая-то совет. Опять же, заходишь на R&B, грубо говоря, смотришь, ты сразу заряжаешься позитивной энергией. То есть я раньше, допустим, вообще, если брать социальные, ну, там, интернет-порталы, я заходил на только музыкальные порталы. То есть меня интересовал только музыка. Меня не интересовало, что происходит в мире. Но сейчас я стал следить за всем, потому что действительно не все так, как казалось, просто. И как бы не то, чтобы все забивают этим голову, нет, но просто действительно надо быть, знать информацию и понимать, что все на самом деле очень-очень сложно. Нужно вот как раз фильтровать вот этот негатив и людям все-таки каким-то образом стараться больше давать вот хорошего и положительного, чтобы действительно визуализация у людей немножко работала, и с помощью этой визуализации, может быть, вокруг этих людей создавалась хорошая аура и меньше зла и негатива притягивалось. Чем больше таких будет людей, тем будет больше в мире положительного.